И дальше. Теперь у нас классический тофу. С ножичками. Альфа, это полуночник, прием. Альфа, прием. Черт, я думал, вы все мертвы. Я пытался... То есть тут можно синюю когда-то использовать, когда надо. Чисто защиту ставить. Прачного жнеца ничто не остановит, да? Спокойно. Я направляюсь в главную. У нас 16 ножей, тут уже пробегать надо. В них надо оставлять ножи. Что-то я так ножи ставил, у меня на один меньше ставил. Тут я бы съел траву. Защитную. О, да. Ну, вот так. Пробежали два укуса. Окей. Под защитой. Ой, ой. Отвалите. Ой, да, конечно. Тоже нож. Да, привет. Можно играть разными тофами. Вот сейчас я за классического прохожу. У меня еще ножей сколько осталось? 4 использовал, еще 12 осталось. Ну, а
А ну гони сюда мой нож. Он мне еще пригодится. Ой. Сразу вот так. Через два ножа пройти. Что мне тут с ножами половина осталась еще. Когда ножи закончатся, если не закончится, будет кана. Оп, не пропускает, гадость. Бывает такое у него. Не одна трава, чтобы полностью вылечиться, окей. А ну одного ножа тут хватит, да? Уже тут, как тут. Растение съест одного удара, если в него не воткнуть нож. Ну, если не будет что воткнуть граната, нож сразу же сжирает так. Четыре ножа. Ай-яй-яй. Три ножа мало. Блин, мало. Сейчас ножи закончатся. Надо, наверное, через ХП еще пройти кое-что. Там два ножа останется. Ну, через ХП придется играть. Не хватает ножей. Допустим, тут один мы втыкаем. Я вообще зажрал. А ну окей, можно тут через куст пройти, хорошо. Тут через куст, там через куст останется три ножа. В принципе, нормально.
фул хп. Ханг, время вышло. Пока. Я не могу тебя бросить. Черт побери. Ну что, финишная прямая. Где тут растение? О, есть, я свалил. Так, один нож. I'm still alive, если меня не догонит тиран. I'm still alive, у меня даже один нож остался. Так, беги. Так-то. Прошли мы за классического тофу, искусанный весь. Но оно не сложно здесь, то есть это... Тут ножи очень хорошие в игре. Я бы не сказал, что это прям особо сложно здесь за классического пройти. Нормально проходится. Так. Еще два осталось.